Первое областное радио. Тишина в студии. Поехали. Громкие овации. А, ребята, скажите, а это вот было повеселее или веселое? Ну, это была гордость музыкальная, да, одна из. Как у вас настроение, дорогие друзья? У нас шикарно, я думаю, что у наших слушателей тоже. Каким оно может быть, когда вы, ребята, появились в студии? А вот, кстати, по поводу действительно прошедшего периода, вернемся к этому вопросу. Богдан, вот, может, с тобой? Да, слушаю. Вот наверняка, ну, напереживались, понятно, там, любой творческий человек тяжело проходил этот этап, но, может быть, какой-то инсайт словили? Ну, может быть, что-то на что-то посмотрели по-другому? Конечно, сидя дома, когда и основная работа, и вообще все целом перенеслось на дистанционный вид, мы посмотрели по-другому и просыпаемся позже. А, это да, это да. Мы занимаемся новыми домашними делами. Мы более... До которых раньше руки просто не доходили. Да-да-да, мы более внимание уделяем своим родным, своей жене. Кстати, Лена, привет. А что за основная работа у вас, если не секрет? А, основная работа ДК «Металлург», а я компаниатор. Богдан уже ответил на вопрос. Саша, можно вот у тебя узнать, за этот период, ну, такой достаточно непростой, что-то, может, тоже для себя? Никогда столько мяса и столько алкоголя не употреблял вообще в жизни. Шашлыков. Да, да. Нет, на самом деле, много очень активного, так сказать, движения. То есть я на даче там стройкой занимался, я там различные для себя новые виды и ремесла освоил. О, здорово, слушай, здорово. А что, например, скажи, пожалуйста. Ну, я, например, научился варить электродной сваркой. Да ну ладно, уголок, серьезно? Да, причем даже, можно сказать, профессионально. Не один раз даже за это денег заработал. Вот это да. Нам пообещали смешную песню, да. Этот текст прям, не сможет. Не сможет оставить равнодушным никого. Давайте, наверное, к ипотеке перейдем сразу. Давайте. Раз, два, три и... Вот
стоит человек, много уставших, и до полиса шумно, такое бывает. Солнце так в супермаркетах, ловко застрявших, и легко домой, не напекать. А ведь порою так хочется, чёрт бы слазил, не увлекать. Алименты. Человек, поразмыслив, вежливо отказался, сказал, занят безумно, чего-то собрал. А ведь порою так хочется, черт послаться, я бы принять в памяти чистый момент. Ты широко улыбнулся, ты новый ипотека и алименты. Шарик земной, да педали у берега, стрелки часов, да колеса у берега, любовной звездой горит судьбы человека, алименты, что? Ипотека! Сознанием дела вообще поете, осознавайтесь, у кого что. Она сущная. Ребят, это было здорово, спасибо огромное, правда, было прекрасно. Сделали вид, что не услышали, смотри. А еще ты знаешь, смотри, у кого-то ипотека, у кого-то алименты, а у кого-то такая история. Вот ты знаешь, ну не женится на ней, и все. Ну, потому что она не соответствует. Потому что у нее ипотека. Не женится на ней. Может, мы и подробнее попробуем, друзья, узнать о том, на ком не женится. Давайте попробуем. Давайте. Встреча в ресторане, малый зал, балет. Горячо с подругами в клубах зажигали. Пили вина, в тепле поутру билет. На Бали белая кожа, мэрс без верха. Сильная мини-манто из мерка. Летишь на крестный, ловишь жадные мужские взгляды. Красивые глаза, печаль, и никого нет рядом. Ярче горит неон от заря, поет и бокала, пенятся. Мой взгляд убивает мужиков под повал. Но на таких, как ты, не женятся. Пусть ярче горит неоновая заря, поёт и в бокалах пенятся. Твой взгляд убивает мужиков пополам. Но на таких, как ты, не женятся. Слёзы. Подружка, опять процедуры. Любовники, папики, подружки, дуры. Пока смотрят, набегу звонок старенькой маме. И опять стильный лук в инстаграме. Букет неизвестный, поклонник, свидания. Вот ваш заказ, простите за ожидание. Люкс, метрополит, ночная Москва. Утро, постель, и опять одна. Пусть ярче горит, белого заря. Поёт и в бокалах пенятся. Твой взгляд убивает мужиков на полах. Но на таких, как ты, не женятся. Ярче горит пион от заря, майот и в бокалах пенятся. Твой взгляд убивает мужиков на пола, но на таких, как ты, не женятся.
таких, как ты, не женятся. А такая жизненная философия, по-моему, прекрасна. А на каких ты-то женятся? Ну, Богдан знает точно. Да. Что-что? На каких женятся? На самых любимых и красивых. Самых лучших. Ты же сердцем чувствуешь. Когда вот, Богдан, ты когда жену свою увидел впервые в жизни, помнишь этот момент исторический? Да. Сразу ёкнуло? Или должно было пройти какое-то время? Я очень стеснялся. Стеснялся? Серьезно? Да. Это было в консерватории, это было на первом этаже. Был лестничный проем, и стояла она, стоял я. И я не мог подобрать никаких слов. Ну, потому что сразу ёкнуло, да? Да, сразу ёкнуло. Сразу понял, что да, она. А она, и сколько вы уже вместе? Мы недавно поженились, как 2 месяца. О, вот так, поздравляю. Да, во время карантина. Это все вот... И испытали опять-таки. Полтора метра друг от друга, масочный режим, да? Да, ну а так мы 3 года уже. Саш, скажи, сильно окрыляют вот эти личные истории, или иногда бывает так настрадаешься, что аж не пишется, и не думается, и не играется? Ну, на самом деле... Я не стараюсь какие-то свои личные истории, да, выносить на творчество, да. То есть здесь скорее собирательные образы, потому что если я начну там про свой там мрак писать внутренний, да, то это, может быть, никому интересно не будет, да. И все-таки я как художник, да, как творческий человек, мне вот интересно, ну, цельную картинку такую собрать, которая вот, ну, скорее окружающий мир показывает, чем вот... А с кого снимается эта картинка? Ну, я так понимаю, вы про какую песню? Вообще, в принципе. Ну, люди, которые вокруг ходят, у которых случаются там ситуации жизненные. А готовы сейчас следующую песню? Да, конечно. Поехали. Да, это будет у нас красивая музыкальная точка эфира. Хотелось бы побольше, но, к сожалению, это время. Что подарим сейчас аудитории? Как? Песня называется «Евровидение». Поехали. Сейчас послушаю. О! Так. Музыка там играет какая-то... Я извиняюсь, да, вот мы первый раз у нас эксперименты, как говорится, ансамбля без ансамбля. Вот вдвоем, поэтому у нас барабанщика сейчас нету, надо с тем без ударения. Радио 54.